Крыльбу, чувство свободы. Я часто видел его на природе. У меня была видеокамера, которую мне подарил отец. Здесь это видео я снимаю. Как кружится листва, как качаются деревья, как течет река. Слушал, но да, мне было интересно, как дышит природа. Помню, как я приезжаю обратно домой, брал чистую кассету, разрезал спуски эти селектроды, делал из них нарезку. На видеокамеру я записывал шум природы. Здесь я попробовал шум природы. Появился компьютер, и тогда впервые я уже начал делать какие-то такие шумные наборки. Просто пускал в iPad на фоне какие-то эффекты. Зарезал жесть звезды, любил физить журчание ручьев. Я с головой погрузился. Именно в момент мне нравились настроения разных слух. Чтобы на фоне обязательно был шум рыбы. И вышел первый альбом. Такой эмбиент. Мне нравилось, что такая музыка, она вводит в состояние транса. Может сравнить медитации. Тягучая, густая атмосфера носила сознание куда-то далеко за пределы этого мира. Будто ты находишься на ней, на земле, а птица сидит проявляется. Такая музыка, она позволяла полностью выключить сознание и настроиться на иную волну, иное измерение. Ты
Ты можешь перенестись из любой его месяца. Можешь настаивать, что находишься в любой точке своего шара. И тебя здесь не существует. Тебя нет. Тебя нет. Тебя нет.